Димитровград вновь в ленте новостей, но отнюдь не с положительными вестями. Социально-экономический блок второго по величине города Ульяновской области дает трещину. На последнем заседании правительства подвели итоги соцэкономразвития региона за первое полугодие. Так, по ряду показателей Димитровград оказался в аутсайдерах. К примеру, упал показатель поступления НДФЛ в бюджет области – минус 7,2%. Растет и безработица. Самое последнее место по уровню безработицы – с самым высоким темпом ежемесячного увеличения, то есть безработицы, это Димитровград. 24 место среди 24 муниципальных образований. За только месяц рост на 1%. В числе худших у нас Барыш 3,53, Чердаклы 4%. Подняли тему образования. Опасения у членов правительства вызывает сложившаяся ситуация с 10-й школой. Напомним, капитальный ремонт учреждения растянулся на несколько лет. На все работы были выделены в целом около 140 миллионов рублей. Родители много раз были вынуждены обращаться к властям региона по вопросам закупки оборудования и сдачи объекта в эксплуатацию. По плану школа должна открыть свои двери уже в сентябре. За месяц до открытия начала учебного года школа даже не укомплектована. Это при том, что она очень была нужна. Это к вопросу о том, что нам постоянно пишут с вами письма, а прогарантируйте, что вы эту меру поддержки нам софинансируете, а дайте нам, соответственно, гарантию, что денег дадите. Здесь денег не надо. Здесь полностью все отфинансировать, здесь полностью все сделать. Мы даже не хотим до конца просто отработать то, чтобы запустить и использовать ту инфраструктуру, те ресурсы. Учреждение рассчитано на 400 мест. Пока же набрано чуть более 200 учеников. Вопрос готовности учреждения будет вынесен на обсуждение правительства и парламента. И сегодня, так сказать, вложив такие колоссальный финансовый ресурс, неоднократно приезжая туда, так сказать, там и в ручном режиме практически ведя стройку, там и Кирсанов сидит там, не вылазит, так сказать, и мы там все, и Сан Саныч там почти еженедельно бывает, видим вот эти безобразия, которые там происходят. Вот вам и Красная Дума. В странном состоянии и вопрос школьного питания. За исключением 10-й школы, остальные димитровградские учреждения образования заключили договор на организацию питания с компанией «Альтернатива». Но работать оператор начать не может. Не хватает согласия депутатов Гордумы на передачу в пользование помещений пищеблоков. Кроме того, пока нет документального подтверждения готовности городских властей компенсировать оператору питания горячие обеды для льготных категорий школьников. Вопрос уже на контроле профильного министерства. Анна Тищенко, новости Управ. Правда ТВ.